Привет! Когда ребенок начинает сидеть? В каком возрасте? Малыш начинает сидеть по книжному варианту в 6 месяцев. До 6 месяцев очень, как бы я бы советовала, ребенка не усаживать, не мастить подушек, не приподнимать его, не нужно. Это все искривляет и без того хрупкий хребетик. Значит, ребеночка только разрывается, наращивается, усиливается, как бы вокруг хрящевая тканюшечка, мышцы, костная ткань еще совсем хрупкая, и неправильное положение, лучше пусть ребеночек лежит ровненько. Приведет к тому, что буквально день, два, три, у него там небольшие начнутся уже искривления, а потом в дальнейшем это проблемы, сколиоза, неправильное сидение или еще чего-то. Поэтому пусть ребенок лежит, пусть он сам, естественно, учится хватать игрушечки, переворачиваться на бочок, укреплять свою спинку естественным образом. Не торопите события, он еще насидится, и вы будете вспоминать время, когда он лежал с радостью. Пощекотать за пяточку. Вот. Значит, ребенок начинает в 6, это может быть и раньше. У меня детки все садились поздно, потому что все начинали вначале ползать. И специально я их не сажала, то есть процесс положения сидя происходил с ползания. Они ползали, переворачивались на бочок, приподнимали вот так вначале локоточек, потом ручку, потом садили. Это 7-8 месяцев было. А так многие в 6 садятся. Пока!